футболист Манчестер Юнайтед в этом чемпионате в плане количества сделанных результативных передач. Их у Эшли Янга уже 5. Так что его присутствие на поле — это всегда дополнительное подспорье для качественной игры на чужой половине. Проворный испанец есть у Арсена Венгера. Озил, пас на другого футболиста, имеющего то же самое гражданство. Эктор Беллерин простреливает штрафную площадь. На подборе Арсенал раз за разом превосходит своего соперника. Нужно включаться Манчестеру. Рэмзи по штрафной. Озил, прострел, момент, гол! Какая красотища! Алексис Санчес пяткой переправляет этот мяч в сетку ворот Манчестера. Ну просто блеск! Наверное, это лучшие 5,5 минут Арсенала в этом сезоне. Соперника просто нет на поле. Смотрите еще раз. Беллерин, прострел, вынос. И вот здесь дальше. Оп, подобрал Франциско Клен. И по новой. Офсайда не было ни у Озила, ни тем более у Алексиса Санчеса. Это вообще был пас назад. И как же эффектно чилиец разбирается в этом эпизоде. Давид Де Хеа, конечно, не мог ожидать подобного, как и мы с вами. Явно что-то не то происходит, но... И она вернулась! И счет уже 2-0! Что же там произошло? Какой-то черный квадрат. Начало матча для Манчестер Юнайтед. 2-0, 7-я минута. И празднует Месут Озил вместе с болельщиками и футболистами Арсенала. Ну ничего себе! Санти Касорла. Ну, Манчестер начал игру с центра поля. Тут же мяч потеряли. Здесь офсайда нет. Озил играет на Тео Уолкота. Тот выходит к воротам. Озил один. Очень долго и спокойно в уголок укладывает этот мяч. Ну ничего себе! Арсенал. Добро пожаловать, Манчестер Юнайтед. На этом стадионе нужно с первых минут выкладываться на все 100, если хочешь набрать очки. Да, максимально негостеприимны хозяева. И это все на фоне тех проблем, которые концентрироваться на своей команде. И вот сегодняшняя игра Арсенала, особенно если Уолкот сделает пас налево на Санчеса, она позволяет это делать. Санчес, удар! 3-0! Вау! Алексис! Впечатляет, с какой силы вонзает мяч в сетку ворот Алексис Санчес. Просто катастрофа для Давида Де Хеа. Нигде он до мяча дотянуться не может. Все началось с ввода мяча в игру из аута. Уолкот, вот здесь очень важная передача на Санчеса, которого оставили одного. И Санчес как пролез. Вот этот Санчес был в Арсенале в начале прошлого сезона, когда первый круг он вдохновенно провел в новой для себя команде. Вот этого Санчеса запомнили здесь на Эмирейтс. Просто ураган Арсенал в начале матча. 3-0. Адресовать его кому-нибудь в штрафной площади. Но контроль продолжается. Касорла, удар по воротам. Ну, не должно же уж прям все залетать у Арсенала. Не лучший удар нанес Санти Касорла. Наверное, даже если попадал в створ, Давид Де Хеа справлялся. Да, однозначно на повторе видно, что Де Хеа его за линию ворот. Санчес крутит, вертит, что-то придумывает чужой штрафной. Озил, Уолкот, Санчес. Прям страшно за Манчестер. Такие моменты становятся. Рэмзи! Мимо! Великолепный момент для Аарона Рэмзи. Сконструировали партнеры. Смотрите, сейчас во время всей вот этой атаки просто на Аарона Рэмзи. Вот он здесь. Пошел назад. Эшли Янг о нем забыл. И дальше дело техники. Сделать вот эту самую передачу на Аарона Рэмзи. И тот неправильно ставит стопу, не ловит как надо этот мяч на ногу. Это должен был быть 4-й гол Арсенала. Но с другой стороны, может быть, когда все настолько легко дается в стартовые 20 минут, то и Ван Гала, но 2 гола получил, сумел один забить лишь на 95-й минуте. Тогда отличился Оливье Жиру. Передача на Марсиале. Он один оказался. Удар!
Удар, и прямо в ногу Петру Чеху попадает Антони Марсиаль. Вот он момент, которого целый Марсиаль в одном из этих двух эпизодов. И такой гол может абсолютно изменить психологию как своей команды, так и соперника. Ведь Марсиаль все здорово делал, он остался один. Рефери не увидел фола с его стороны, а отлетел от Марсиаля двухметровый Пер Мертезакер. Такого действительно... Подхватывает мяч Валенсия, далее Рэмзи, далее ошибка Уэйн Руни, удар, опасно, Петр Чех грамотно отбивает мяч в сторону от ворот. Да, еще одного стандарта не избежать, но вот потеря мяча в такой ситуации, когда на смене ритма. Пошел Эшли Янг на свою половину поля. Вот еще раз, удар Уэйн Руни. Причем сам момент удара вполне мог Петр Чех не видеть. Он был закрыт целой группой футболистов. Но отреагировал. Вот постепенно приближаются к штрафной площади. Валенсия. Карик. Пас низом. Здорово пропущен мяч. Момент. И у кого момент? У Бастиана Швайнштайгера. Ну а дальше нужно пытаться это делать. Не сдаваться. Смотрите еще раз, как вот этим пасом, низом, да, Карик вскрывает оборону. Ну, правда, ему очень помогли Мата и Руни, которые пропустили мяч. Мата явно специально, Руни, может быть, и случайно. И вот дальше...